еще спит. Сейчас еще не жарко. Классно тогда. Можно еще поспать. Котейка. Боже, как же классно утром, когда не жарко, люди. Это вообще просто. Геннадин, good morning. Добрый ранок. О, это небывалый редкий случай, когда я в это время не сплю. Я вот вспоминаю прошлый год, у меня буквально было как бы не один раз всего, или максимум два, наверное, раза за все лето и полосени, когда я вот выходил куда-то утром и видел утреннюю Аланию. Обычно, если кто не знает, я обычно летом, мой режим — это спать ложусь утром в 7 часов, ну, 6 до 8. И до вечера я сплю. Так вот я борюсь, кстати, с жарой. Часто спрашивают, как жару, как боретесь с жарой. Так и боремся. То есть с кондиционером я не пользуюсь, и жару пытаюсь проспать по возможности. И это тоже нелегко, конечно, потому что иногда просыпаешься весь мокрый, такое впечатление, что вообще конец света. Это когда вот сильно комната нагревается. Видите, 8 утра, еще все спит. Магазинчики все еще закрыты. Отель Артемис Принцесс просыпается, стучат тарелки, стаканы. Начнется завтрак скоро. В сторону Вайтголда иду сейчас. Может, на пляж выйду. А может, если сейчас автобусы будут пустые, может, даже попаду сегодня в Махмутларе. Сегодня посмотрел, короче, я в Махмутларе последний раз был, знаете, когда? 22 февраля. Сам обалдел просто. По градусам сейчас где-то 28-29, не больше. Очень комфортно, очень классно, в принципе. Так что, если попаду в Махмутлар, то видео вообще сегодня будет много. Там мы сходим обязательно на рынок и обязательно куда-нибудь еще пройдусь, конечно. Хотя бы по центру возле башни. Уже соскучился за ним, конечно, когда столько там не был. Да, такая погодка была бы весь день, то есть без дикой жары. Хотя сегодня вот тоже как-то задумался даже, и не хочется, чтобы жара заканчивалась. Ну как, ну то еще, конечно, ждет октябрь комфортный, пол ноября как минимум. Просто потом вспомнил, что в море уже нельзя будет купаться, ну в ноябре. Хотя многие купаются в феврале, конечно. Стало немного печально, когда подумал о том, что в море купаться нельзя уже будет. И вот у нас отель Вайтголд. Утренний. Кстати, вышел немного туристов, шло туда навстречу на вторую линию, куда-то все люди идут. Ну, возможно, в Аланиум, там еще куда-то. Пока не жарко, народ просто, наверное, гулять идет. Хотя вот на солнце сейчас выйду, на солнце уже будет достаточно спекотно. Hello, Ukraine. Извиняюсь за трясущуюся камеру, возможно. Просто она у меня сломана. И стабилизация никакая не работает. Боже, пустые дороги. Можно перейти дорогу. Не стоять 5 минут. Котейки. Им только ночью активными быть весь день. Они тоже спят, потому что жара. Волны у нас сегодня, вы знаете, довольно немаленькие. Я удивлен, конечно, вчера таких волн не было. Странно это. Причем, знаете, как-то вот
Франция поехал. Такая тенденция была всегда, что утром как бы волн вообще нет. Даже если вечером шторм, то утром волн как бы нет. Но вот сейчас это правило точно нарушено. Сейчас выйдем к морю, вы увидите, что волны сегодня с самого утра почему-то. Тем более это странно, потому что вчера их не было. Да, я это сглазил, блин, сказал, что можно сразу перейти, была пустая дорога, пока я подошел к ней и начал переходить. Движуха таки началась. Так, автобусы уже ходят на Махмутлар. Ходят, так что, возможно, двинем в Махмутларчик сегодня. Пустая набережная практически тут сейчас. Не, не такие большие волны, как мне сразу показалось. Просто была большая волна, я гляну. Но есть волны. Сейчас пляж White Gold посмотрим. И одеваю маски-шоу и в Махмутларчик. На базарчик. Пока еще не сильно жарко, потому что потом будет пекло нереальное. И будет сложно вообще. Вот уже на солнце не совсем как бы комфортно. Даже вот автобус, он в принципе почти, ну, почти пустой, как там заполнена небольшая его часть. То есть довольно можно нормально сейчас уехать, не толкаться, не стоять лицом к лицу. И пляж White Gold. Мы прошли вот по району, где White Gold находится. И сейчас море посмотрим. Людей тут, конечно, еще мало. Переход есть, напоминаю, подземный. Людей мало, потому что все сейчас на завтраке. Хотя умные люди приходят купаться, вот пока солнце не вышло. Потому что уже через час уже будет нереальное пекло. И до 5 часов вечера, чтобы быть на море, это надо быть особым человеком, потому что пекло нереальное просто. Да, волны такие большие довольно сегодня. Вот такие вот они. Приблизило, они меньше стали. Тут красный флаг почему-то висит, они его не убирают, что ли, забывают. Видите, людей совсем мало сейчас. И на соседнем пляже тоже есть, конечно, люди, да, но их очень мало в основном. Все еще спят или завтракают. Хотя вот уже люди пошли первые купаться с White Gold. Красиво, конечно, утренние краски Алании, утренние цвета, они, конечно, ну, по-другому выглядит Алания. Вот утром вот есть какой-то вот даже оттенок цвета вот непередаваемый. О, вон наш песик сидит, друзья, который я вам часто показывал. Просил вас, если вы где-то в White Gold отдыхаете, переводите его всегда через дорогу. Он часто сам ходит купаться. Блин, приближение у меня трясется, но вы поняли, беленький вот этот песик, красавчик наш, любимый. И он сейчас пришел, утреннее купание у него, видимо. Интересно, к вечеру волны будут больше или будут такие же. Вот такая Алания утром. Пляж отеля White Gold. Очень жаль, что они пирс не собирают. С пирса и поснимать можно было, и покупаться мне хочется с пирса. Не, волны такие бывают нешуточные. Такие довольно. Вот такая красота утром. Как-то даже немножко жаль, что утро в основном мне, что в это время я в основном всегда сплю. Но по-другому жару не пережить. Ну и вообще я человек как бы ночной. Когда жара особенно. Подземный White Gold. Все, двигаем Махмутлар. Так что видосов сегодня и завтра будет немало, я думаю, снимать.
получится, надеюсь. Тихо, спокойно, утром классно. Вечером вот какой-то шум вот общий добавляется везде. Сейчас тихо, спокойно, такая благодать такая. Хотелось бы покупаться сейчас. Блин, автобус я еще маски шоу не надел. Часто стали ходить автобусы. Все, друзья, доброе утро еще раз всем. Привет из...